Нам дует вновь с утра, и нет покоя от заснеженных вершин. Не взята высота, и значит нам пора туда, где солнце блеска света промарин. Не взята высота, и значит нам пора туда, где солнце блеска света промарин. Свою новую песню «Горы» Виталий Свириденко написал за ночь до своего выступления на фестивале. Вдохновленный красотой местной природы и величием гор, бард решил передать все свои чувства через музыку и стихи. В Домбай Виталий приехал впервые. Сам он из Кемеровской области. За свою творческую жизнь он побывал на многих фестивалях бардовских песен, но этот стал для него особенным. Я хотел петь одну песню авторскую, но написал другую, про горы, которую написал здесь, буквально вот вчера. Ну, можно понять, какие впечатления острые произошли со мной, что даже написал песню. Еще я побывал на кладбище альпинистов, еще вот это меня подтолкнуло. Я просто представил картину, как они погибали в горах, очень все это переживал душевно. Фестиваль «Горные вершины» проходит в поселке Домбай уже в 28-й раз. Это давно стало доброй традицией. Многие участники стали добрыми друзьями и братьями по духу. Говоря о фестивале, я хотел сказать, вы сами видите, как горят глаза этих участников. Они ждут никак, когда придет это время, август месяц, чтобы еще раз вернуться, посмотреть на эту красоту нашей республики. Я сегодня говорил о том, что да, действительно, я с гордостью сказал это, что мы процветаем, у нас есть чем гордиться. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что дружба и совместное понимание друг друга наших народов – достижение всей нашей республики. В первую очередь фестиваль носит статус всероссийского. Это огромный вопрос, который направлен на решение именно прививания культуры, обычаев народов, проживающих в Карачаево-Черкесской республике. Это туристическая пропаганда наших замечательных курортов. Ну и, конечно же, дружба между народами республик, областей, всей России вместе в целом взятой. В день открытия фестиваля состоялись выступления участников в номинации «Лучшая авторская песня», где на суд членов жюри были представлены песни собственного сочинения. Со сцены звучали как сольные композиции, так и песни в дуэте. Давай посадим огород, набьем потом картошкой вкусной, и будем сыты круглый год, а в гости никого не пустим. Для Елены Донец и Сергея Зацепилина исполнение в дуэте – новый опыт. Несмотря на то, что оба уже матерые участники бардовского фестиваля, каждый год они приезжают сюда с огромной радостью и желанием вновь встретиться со старыми знакомыми. Это очень важно для того, чтобы люди развивали свое творчество, чтобы люди не боялись показывать себя, показывать свою душу, открывать ее. И как, где можно, но как только не здесь, перед друг другом. Кто как снимает стресс. Я приезжаю сюда, я не пью вообще. Здесь я снимаю все стрессы, получаю заряд для будущих каких-то шагов в творчестве. И общение с друзьями, всех знаю. Стоит отметить, что программа фестиваля была насыщенная. Экскурсии по природным достопримечательностям Домбая, концертные программы, вечерние костры дружбы и, конечно же, море положительных эмоций и впечатлений. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архыз 24.